На главной городской улице начат демонтаж аварийного здания детского сада «Орленок». Здесь будет построено новое профильное дошкольное учреждение. Глава города в первый свой рабочий день после новогодних каникул приехал посмотреть, как организованы работы. Сергей Сергеев прокомментировал, почему подготовительный документальный этап был таким непростым. Долго готовились, не было комиссии в Краснодаре по разрешению на снос, потому что объект социальный, и край согласовывает нам разрешение на снос, администрация края. В декабре состоялось, 28-го я подписал распоряжение о сносе. Сергей Сергеев потребовал, чтобы, даже снося старое, ко всему на будущей стройплощадке был хозяйский подход. У нас есть проект, детский сад этот был на 60 мест специального типа. Здесь проводили коррекцию зрения детишкам, у которых зрение с рождения не очень хорошее. Он таким же профильным и останется. Мы купим новое оборудование сюда, все остальное. И детский сад у нас будет увеличено количество с 60 до 80. Уже новый, на 80 мест. Ну, я думаю, он будет украшением в центре. Сегодня глава города поручил своему заместителю Людмиле Мурашовой составить пошаговый план работ, чтобы все шло согласно срокам. По срокам 25 января мы получаем, должны, во всяком случае, получить заключение государственной экспертизы на наш проект. И, ну, сколько там, неделя, и разрешение на строительство. Будет готова площадка, начнем. Безусловно, очень хочется, чтобы таких событий было больше. Это будет наш 4-й детский сад. Я же говорил когда-то, что если по одному детскому саду в год я буду строить, я буду считать, что нормально получается.